Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Гонка памяти пройдет 30 декабря на лыжной базе «Чайка». Новокуйбышевская волейбольная «Нова» в новом году будет играть в Самаре. Футбольные крылья «Советов» и хоккейная «Лада» дополнительно получат 500 000 000 рублей. 517 миллионов рублей дополнительно к основным бюджетам выделит областная казна на работу двух профессиональных спортивных клубов региона. Сэкономленные в этом году средства направят не на здравоохранение или физкультуру, а на поддержку самарских футбольных крыльев «Советов» и тольяттинскую хоккейную «Ладу», а именно на погашение кредитов и долгов по зарплате игрокам. Новокуйбышевские волейболисты переезжают в Самару. В 2017 году «Нова», занимающий в текущем чемпионате российской суперлиги 9 место, будет проводить домашние матчи в МТЛ-арене. Первая игра пройдет 8 января с «Югрой» из Нижневартовска. Вход в спорткомплекс «Свободный». Из Новокуйбышевска любителей волейбола привезет бесплатный автобус. В пятницу 30 декабря на лыжной базе «Чайка» управленческий пройдет гонка памяти, посвященная ведущим спортсменам и тренерам Самарской области. В этом году она приурочена памяти мастера спорта, руководителя департамента спорта Самары Виктора Ольховского. Его не стало 10 декабря. На старт соревнований допускаются все желающие, любители и профессионалы. Начало в 11 утра. Дистанции 3, 5, 10, 15 и 30 километров. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.